Так, мне нужно будет сесть. Сегодня мы это все дело уносим на первый у подъезда. И я буду мыть полы наконец-то здесь, заниматься генералкой. В общем, цветы остались. Другие цветы уже давно в другом месте. Естественно, пакетище, упаковка. Все, у меня тут все закончилось. Осталось все помыть, протереть. Ну, это все лишнее потом выкину. Это я пью кофе утром. Остались у меня тут, значит, две вазы. Это я завтра иду в храм. У меня все готово. Ну, это я все раскидаю. Сейчас, секунду. Just a second. Угу. Вот это тут осталось тоже, надо еще раскидать. Так, принтер я отдаю. Принтер Катюша забирает. Ой, мне еще надо с этим разобраться. Ну, короче. Ну, тут Почта России. Так. И I'm so sorry. Вопрос с мультиваркой у меня остался. Тряпки. Фотосессия. Сейчас еду на фотосессию. И придется сейчас брать с собой. Вот, видите, я же готовлюсь к фотосессии. А как же на море? А, ну, видите, какой здесь бардак. Это я сейчас забираю, это я упаковываю. Старый ноутбук упаковываю. Это уже все упаковано здесь. И это я сейчас тоже все мою, вытираю, убираю. Здесь уже все пусто. Этот ноутбук у меня идет в рюкзак со мной, летит. Тут мелочь, косметика. Это все для упаковки, все для пакеджа. Блин, я там отделение Почты России, блин. Здесь у меня косметика. Тоже упакована. Здесь просто много пакетов. А так, вот моя сумка крокодиловая и мультиварка. Остальные пакеты я их потом выкину. И привет. Вот, жду СДЭК. Вот эта коробка самая тяжелая, получается, что там стекло. Ну, вот посуда, все вот это вот говнецо, прости господи. Вот эти все маленькие коробки уйдут вот в эту сумку. Я ее тоже почтой отправлю. Тут тоже будет почта. Это СДЭК, там СДЭК, это уже почта. А, я уже, видишь, сейчас скажу. Уже написано. Рубашки. Все уже есть. Тоже просто заскочую, и в пакеты почтой осталась обувь. Верхняя одежда, полечу, наверное, я вот с этой сумкой. Она большая, вместительная. Ну, вот, значит, целый магазин у меня. Можно открываться. Это книги, тоже сумка. И еще с обувью осталось разобраться только. Тоже вот. Карбич. Моя вешала. Осталась даже вода. Так. Ну и здесь у меня матронушка со мной. Вот сегодня ключи отдаю. Отдам Катюше, соседке. Я ей квартиру сдам. Вот. Ну это мелочь разобраться осталось. А, кстати, во. Воробьёва. Вот так вот. И все, ну здесь уже мелочи остались. Косметика, главное не забыть косметику. Ну вот. Вот такой вот рум-тур. Что думаете? А люди уносят нас домой. Я еще по вчерашними парами. Ну что я могу сказать? Все, нет, квартира классная. Если бы, конечно, хозяйка была более-менее, ну как бы, вот как сказать... Ну, я не знаю, я тоже не могу о людях судить. Мы же не знаем, да, их возможности, там, финансовые, не финансовые, я не знаю. Вот.
То есть я про то, что, конечно, здесь довести все, потому что на второй этаж даже не поднимаю. Я даже за 3 месяца ни разу... Надо, кстати, пустые от кофе выкинуть. Я давно ни разу не поднималась. Ну, во-первых, я не готова вот этим вот рисковать. О, вот. Вот у меня еще плед. Не забудьте. Телефоны. 6:56. Все окей. Вот, и мы же не можем тоже как бы судить, да, о людях, ну, какие там сложности и несложности. Вот, а так, конечно, можно сделать из квартиры второй этаж, потому что здесь потолки высоченные, конечно, офигенно. Полностью второй этаж, и там еще отдельную комнату можно сделать. Если вот здесь вот все. Это, конечно, не несущее, это не несущее. Да, трещины, конечно, вот они. Но это же не несущая, поэтому пофиг. Но здесь тоже есть трещины, кстати. Я обалдела, когда увидела вон они. Ну и здесь. Не работает. А, котел вообще не работает. То ли там что-то такое. Ну, в общем, он вообще не включается. Он включается, показывает, типа, температура и пошла температура, но тепла нету. И ваты, не ваты, даже не выдает. Вот. Ну, вот. Такие вот дела. Все. Пока, квартирка. В этой квартире желаю хорошую хозяйку, чтобы у нее все было хорошо сложилось, чтобы Ира нашла возможности доделать, что она хотела доделать, и шторы она хотела повесить большие, как-то зафиксировать эти места. Дай бог, чтобы все было окей. Вот, так что желаю всем. Это называется ЖК «Немецкий квартал» здесь, в Сочи. Вот, так что пускай они там достраивают. Вот, я всем желаю благополучия, как обычно. Всё.